Привет, Бридж! Это Нина Фокина. Добро пожаловать на репетицию моего нового шоу «Время». С научной точки зрения, время – это форма протекания физических процессов, а с точки зрения искусства – это название концертного шоу Нины Фокиной, эксклюзивные кадры с репетицией которого перед вами. Кстати, название «Время» было выбрано не случайно. Я выступала на радио, это был прямой эфир, и пела песни. И ведущий мне сказал: ты знаешь, у тебя есть про часы, у тебя есть 10 минут до января, у тебя есть 5 минут, 9 часов. Тебе не хватает только песни про секунды, и будет альбом «Время». Такое название и выбрали. Исполнительница песни «Хатико» признается, в закулисных нюансах программы самое волнительное тоже связано со временем. Ведь сшитые на заказ наряды нужно успеть в строгом тайминге поменять 3 раза за программу. Надеть сначала боди, потом надеть юбку, а потом надеть плащ, именно так я на сцену появляюсь, и все это еще успеть с микрофоном. Успеваем, как показала практика, успеваем. Тык впритык, но все получается. Все получается и с сольным концертным туром, который уже стартовал. Этой осенью певица выступит в Наро-Фоминске, Звенигороде и Санкт-Петербурге, а на весну запланирован выход сольного альбома под названием «Время». Огромное спасибо, друзья, за то, что вы были сегодня с нами. Ну и мы рады были, безумно рады были провести с вами это время!